Ёлка сейчас. Друзья, ваши шума смотри! Воу-воу-воу-воу! Опять микрофончик включили, ну что же, друзья, давайте еще раз поаплодируем всем нашим артистам, которые сегодня выходили. Они действительно стараются и пишут для вас свою авторскую и очень крутую музыку. Ну что же, что будет 8 июня в спорткомплексе Олимпийский? Ну-ка, все вместе, 3-4! Так вот, пока все синхронно не научатся кричать, не устану это повторять. А кто хочет билеты получить совершенно бесплатно на премиум СТВ? Прямо сейчас, вот, вот здесь сразу видно единение духов, да, вот это вот наша любимая халява, она, конечно же, всех всегда объединяет. Друзья, я готов сейчас дать два билета человеку, который ответит на мой вопрос. Для этого вы должны быть настоящими фанатами музыкальной индустрии нашего отечественного шоу-бизнеса. И вопрос будет очень простой на самом деле, но у меня есть одно условие. Во-первых, нельзя пользоваться интернетом, поэтому все свои гаджеты, у кого особенно айфоны последних моделей, пожалуйста, поднимите на своей головой и передадите их мне сюда. Мне очень нужен новый телефон. Ладно, это я, конечно же, шучу. Смотрите, друзья, правила максимально простые. Я задам один вопрос, да, и потом вижу, вот я специально отойду вот так вот подальше, чтобы видеть абсолютно всех, кто поднял первую руку, кто поднял вторую руку, кто третью. И если... Так сразу не надо стоять. Не надо. Лучше после вопроса. И если ваш ответ будет правильный, то вы после концерта сможете подойти вот сюда, на наш бэкстейдж, где наши редактора отдадут вам два билета на премиум УСТВ, и вы сможете вместе со своей половинкой пойти до 8 июня, потанцевать, зажечь. Будет реально круто. Друзья, ну и, конечно же, вы узнаете, кто станет лучшими из лучших среди наших музыкантов. Итак, ну что, готовы услышать вопрос? Итак, друзья, он будет всего лишь один-единственный. Итак, я слежу за вашими руками. Второй, третий этаж, сорян. В следующий раз нужно спускаться ниже, чтобы я смог увидеть вас тоже. Итак, кто, по вашему мнению, стал лучшей поп-группой 2017? Вот я видел первую руку. Я видел первую руку. Вот здесь вот вторая была рука. Я все чекаю. Вы не подсказывайте только друг другу. Итак, девушка. Вы считаете, что лучшей поп-группой 2017 была группа «Градусы»? Вы согласны? На самом деле это правильный ответ, да! Как вас зовут? Виктория. Итак, дорогие редактора, Виктория в черной куртке, в мехах. Уже сразу же после концерта подходите к нам, дорогие друзья, и мы вручим вам два билета. Ну что же, друзья, сейчас Георгий Ващенко и Анастасия Матвиенко, вот они стоят такие красивые, готовились неделю к этому эфиру, ничего не ели, в идеальной форме, что я могу сказать. Сейчас именно вот эти вот персонажи, вот эти люди смогут с вами пообщаться вот здесь, вот в зоне зрительских интервью. Они уже прям все в ожидании. Я надеюсь, что они найдут смелости дать вам слово тоже, поэтому подходите, передавайте приветы. Ну и, конечно же, создавайте больше шума, потому что вот-вот на эту сцену выйдет